У цьому випуску «Запеньюзі» дещо про запорізький реп. Наш герой Юлій Самий. Так-так, той самий, який за паспортом Юлії Морозу, і той, хто ось-ось здобуде звання магістра математичних наук. Ми вже якось розповідали про цього виконавця. На відміну від багатьох своїх соратників по цеху, Юлій ніколи не користувався щитами, паками та іншими міцними оборотами. Музиканти, які раніше не цікавлять новомодні віяння і прийоми, рушійною силою є насамперед настрій і особисті переживання. Зовсім скоро у Юлія Самого виходить другий альбом. Робота над ним велася рік. За словами музиканта, свій доробок відрізняється від попереднього не стільки стилістикою, скільки настроєм пісень. Юлій каже, що намагався копнути глибше того, що писав раніше. Єдине «але» – музику до альбому писали друзі. Ну і який же альбом без відеоряду? Напередодні виходу лонгплея музикант презентував свій новий кліп на композицію «Літати». Власне, його і дивимось. Юлій Самий. Проблема достичь своей цели, пока путь к ней лежит через тернии. Я выжимаю каждый день, не оставляя и часа. Свежевыжатый игрок без ответного паса. Сделай себя сам, жизнь огромный пазл. Играл разные роли, но никогда не был фальшем. Работа результат, время тихий омут. Что оставишь ты, когда душа покинет лоно? Я проматываю дни в календаре событий. Возможно, время оторваться, расправляя крылья. Представители культурной элиты забывают о культуре, но не остаются забыты. Сколько стоит счастье, если счастье стоит? Приличные размеры не уместятся в ладони. И я погружен без остатка в то, во что верю. Делать, чтобы услышали, а не слепо делать. Я так хотел летать, но родился без крыльев. Увидеть облака, как никогда их не видел. Я точно знаю, увижу, я видел, как летают. Поднимаясь все выше, летая под облаками. Я так хотел летать, но родился без крыльев. Увидеть облака, как никогда их не видел. Я точно знаю, увижу, я видел, как летают. Поднимаясь все выше, летая под облаками. Тысячи мыслей впиваются с неведомой силой. Подобно ураганам становятся неукротимы. На пути прозрения выбран верный итог. Стежки пустые, но руки по локти в чернилах. Привкус правды не испортит все картины, знаешь. Это то, что останется, въедаясь в память. Не туши дождями внутреннее пламя. Улетает цитатой, сумей ранить словами. Оправдание оспорит все твои поступки. Что изменишь ты, если получишь только сутки? Путешествие длиною в жизнь размером с каплю. Говорят, нужно крутиться, но не падать. Слова на ветер в итоге развеет. Какие масти надели, потом покажет время. И я погружен без остатка в то, во что верю. Делать, чтобы услышали, а не слепо делать. Я так хотел